Кати, очаровательная невеста Мария в сопровождении своего отца. Вот отец передает жениху свою дочь. Михаил, согласны ли вы взять законной жены Марию, уважать ее, любить, хранить ей верность и быть с ней честным и откровенным? Конечно. Мария, согласны ли вы взять законные мужья Михаила, любить его, дарить ему радость, счастливых дней, доброту своего сердца, сохранить ему верность? С вашего взаимного согласия, по доброй воле и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак регистрируется. Поцелуйтесь. Напоминает о том, что рядом есть человек, который всегда правильно поймет. Сердце, которое всегда правильно рассудит. Сегодня, 28 мая 2014 года, ваш брак Михаил и Мария зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой.